Скажи мне, пожалуйста, все-таки вернемся к сегодняшнему дню, потому что сегодня очень много вещей вот за то время, что мы с тобой не виделись, произошло, и они радикально меняют и нашу жизнь, и в целом жизнь мира. Конфликт Азербайджан-Армения. Не могу тебя про это не спросить, ты достаточно четко высказывался по этому тему. По этой теме скажи мне, пожалуйста, такую вещь. Ну, давай вот начнем по порядку, чтобы и нашим зрителям было понятно. Выскажи, пожалуйста, еще раз свою позицию. Почему еще раз этот конфликт возобновился, как ты считаешь, и почему так горячо сейчас там? Он возобновился, потому что никогда не прекращался. Потому что оккупация территории Азербайджана никогда не могла быть тем фактом, с которым смирился бы азербайджанский народ. Многонациональный азербайджанский народ. Это не только тюрки-агузы, азербайджанцы. В Азербайджане живут огромное количество русских, и погибли русские ребята, освобождая Азербайджан, сражаясь за Азербайджан. Евреи, таты, евреи, ашкенази, талыши, лезгины, сахуры, аварцы, грузины. И, в общем, армяне. Армяне, 30 тысяч армян до сих пор живет. Да и Карабах, собственно, территория Азербайджана, поэтому вот там живут армяне. Надеюсь, армяне вернутся в Карабах. Это даже Ильхам Алиев сказал, что на момент распада Советского Союза, по-моему, 25% азербайджанцев жило, собственно говоря, в Нагорном Карабахе. Там большинство было армян. И он никогда, никто не отказывал в праве там жить армянам. А вот азербайджанцам там отказали в праве жить. Оттуда выгнали сотни тысяч, почти миллион азербайджанцев в 92-м году. С территории Армении, где жило порядка 300 тысяч азербайджанцев, по всей территории Армении. Разрушали их дома, их изгоняли беспощадно. А ты сегодняшнее видео тоже видел, да? Вот сегодня везде я все эти видео видел, Тина. Я живу в этом очень много лет, поверь. Я не вчера вошел в конфликт. Я знаю, поэтому Точно так же азербайджанцев изгоняли из Зангилана, из Агдама. Трагедия Хаджалы, где убийцы и террористы убили сотни мирных... Я правильно тебя понимаю, что ты в этом конфликте... Женщин, нет, это, ну, это известные факты. Я в этом конфликте на стороне справедливости. Это Азербайджан. Конечно, справедливость — это Азербайджан. Потому что это, когда я слышу голос Пашиняна, который сказал, советские границы не имеют никакого значения, а какие имеют? Которые описаны Геродотом и Плинием-младшим. Да, это я про безумие. Это тоже слышала. Это безумие, да, в чистом виде. Да, что Тиграновской Армении больше нет, это понятно. Ее никогда и не было, да. Тогда по большому вопрос, счету. Тогда вопрос. А Азербайджан есть. Вопрос. И Армения есть. Эти страны могут между правильно собой... Правильно ли, что журналист выбирает одну из сторон в конфликте? То есть, если ты говоришь, что я выбираю Азербайджан, я не как журналист, это... Тина, работаю в этом конфликте, высказывал свое мнение не как журналист. А как? Как политик. Как политик, понимаю. Это моя тебя. Политическая позиция. Я считаю, что армянский народ, прекрасный, великий, древний, красивый армянский народ, который живет и в Тбилиси, и в Ереване, и в Карабахе, и в Пятигорске, и в Сочи, стал заложником очень опасной и ложной идеи великого армянства. Вот так же, как все время немецкий народ стал заложником великогерманской идеи, то, что все немцы должны жить на территории некого мистического райха, который когда-то германские племена в древности собрали. Точно так же и здесь то же самое. А что скажешь на этом фоне про Эрдогана? Вот как ты к нему относишься? Эрдогану я отношусь с большим уважением. Я не знаю, бываешь ли ты в Стамбуле? Ты бываешь я в Стамбуле? Я была года три назад последний раз. Вот, я Стамбул, много раз была в Стамбуле. Это самый современный, самый красивый, самый демократический город мира. А когда ты там был последний раз? Я был последний раз там во время войны как раз поехал. Я три года назад просто реально на всех скоростях оттуда пыталась уехать. Ну, я не знаю, я Турцию грязный люблю. Очень город. Стамбул просто, это к сожалению. Город очень чистый. Сейчас нет, там новый мэр. Изменилось. Старый мэр проиграл, это абсолютно демократическая страна, поэтому предыдущий мэр, эрдогановский, кстати, который сделал Стамбул грязным, а тот он проиграл чистым. Выборы, и сейчас противник чистым. Эрдогана, и город стал абсолютно чистым. А ты согласен чистым? Тем, что Эрдоган просто выжигает все, что было после Ататюрка? Ну, то есть вот я, например, росла нет, в Грузии. Это абсолютная чушь, я с этим не согласен. Конечно, я сейчас дам тебе время про это сказать. Просто я росла в большой любви к Ататюрку, в Грузии его очень любили, и я даже была свидетелем того, что огромное количество всякой сувенирной продукции в Тбилиси производилась с лицом Ататюрка. Прям и... грузинские армяне любили Ататюрка. Грузины, ты будешь... Позвольте грузины, мне поверить. Грузины, не, ты на, говоришь не, в Грузии. Не домысли меня, грузины. Я знала грузин, которые производили... А грузины, то есть да, не в Грузии, да, 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 да. А грузины. Грузины в Грузии, да. Да. И, потому что на Авлабаре вряд ли любили Ататюрка. Ну, я же не только на Авлабаре жила, ты же знаешь. Ну, я понимаю. Я жила и до Вашепшавела, и на Юсабидзе, поэтому я много где жила в Грузии. Я там много лет жила. И, конечно, для меня удивительно, что все это наследие Ататюрка, которое, ну, во всяком случае, мне всегда казалось, изменило Турцию, изменило ее коренным образом, сейчас просто у всех на глазах
вся эта парадигма меняется вспять. И для меня это удивительно. Почему? Почему Эрдоган, например, сегодня оказывает помощь Азербайджану? Зачем он это делает? Как ты считаешь? Ты же, наверное, не будешь отрицать наличие беспилотников в этой войне. Это же впервые, правда же. Раньше же не было беспилотников. Это два вопроса, Тина. На какой начать отвечать? На первый можно начать отвечать, а потом взять на ответ про второй. Это абсолютно неверный взгляд. Наследие Ататюрка гораздо глубже и гораздо больше, чем это кажется. Наследие Ататюрка не в том только, что он физически убил огромное количество мул и священнослужителей, запретил суфийские ордена и, допустим, Конья, такая духовная религиозная столица не только Турции, но и исламского мира, где похоронен великий Джамаладдин Руми, она была как бы таким наиболее ненавистным для светских республиканцев городом. То есть Ататюрк убил много людей, можно ты хочешь это сказать? Говорю? Нет, это более сложная вещь. Ататюрк формировал турецкую нацию. Турецкая нация формировалась по политическому принципу, не по принципу этнонационализма. Ты прекрасно знаешь, что Тайип Реджеп Эрдоган родом хулинец. И он лезгин? Нет, Тина, он аджарец, хулинец, его бабушка и дедушка из села Хуло, который находится выше Батуми. И мне странно, что я тебе это рассказываю. Это неудивительно, ты он специалист грузин. Гораздо больше по Кавказу, чем кто-либо. В руководстве Грузии очень много лазов, очень много аджарцев, и они называют себя турками. И? Я общаюсь с журналистами в Турции, политическими какими-то аналитиками, этот албанец, этот болгарин, этот серб, это наследие Ататюрка. На самом деле Ататюрк создал политическую нацию. Эта политическая нация сегодня развелась до такого уровня демократии и понимания свободы личности в рамках турецкой политической нации, ататюрковского концепта, который позволяет себе там, помогать позволяет в огромном Стамбуле существовать великолепному светскому, абсолютно либеральному таксиму и стекляль, по которой ты по стекляль идешь, там полуголые девушки, бары, кабаре, и рядом через золотой рог Эминаню, религиозный, бородатый, женщина в пиджабах. То есть это пример того, что Эрдоган не возвращает Турцию фундаментализм? Нет, конечно, это мультикультурализм абсолютно. Причем это абсолютно демократия. Мэр Стамбула, который враг Эрдогана, побеждает на выборах с повторным голосованием и критикует Эрдогана. И, в общем, там идет конкурентная ситуация. Турция на развитие. Окей, Турция, я считаю, Турция одна из самых свободных стран современного мира. Тогда вопрос вообще к тебе. Одно не отменяет другое, ты считаешь? Второй вопрос. Почему помогали Азербайджану? Почему помогали и откуда появились беспилотники? Беспилотники Азербайджан купил. Да. Знаешь, как с подводной лодкой Путин сказал? Она утонула. Вот я тебе, Тина, отвечаю. Их купили. А я не про подводную лодку спрашиваю. Мне просто интересно. Опять, я могу что-то путать. Их купили, Тина. Их купили. Их купили. Там не только турецкие, там и израильские беспилотники были. Почему Израиль помогал Азербайджану? Ну, скажи. Израиль помогал Азербайджану, потому что это было выгодно. Как он помогал Азербайджану? Он продавал ему современные электронные системы вооружения. Почему Турция помогала Азербайджану? По другой причине. Турция помогала Азербайджану, в частности, потому что азербайджанцы, когда после Карабахской трагедии 92 года, когда миллион азербайджанцев были выкинуты со своей родины, и эта родина находилась под оккупацией, они жили мыслью, кто им поможет, где им найти помощь. В России они помощь найти не могли. Россия предала Азербайджан, хотя Азербайджан был одной из самых верных, преданных, республик Советского Союза. А в чем это? Бакинская нефть и героизм людей, которые осваивали бакинскую нефть, спасла Советский Союз в годы войны. Максим, ну это давай не будем Можно возвращаться. Можно я, Тина, нет, ты я не будешь меня перебивать? Нет, я тебя буду перебивать, я прошу тебя держаться в 21 веке. Хорошо. Можем держаться в границах 21 века? Россия просто, предала? Как говорится, да, конечно, она никак не помогала Азербайджану. Поэтому азербайджанские офицеры, Тина, рассказывают тебе сказ. Реальный сказ. Да, вот как бы реальный сказ тебе рассказываю. С конца 90-х годов в основном учились в турецких военных училищах. А где им было учиться? И все, здесь, как говорится, учились армяне. То есть, если я правильно тебя понимаю, я здесь с этим, кстати, тезисом согласна, что, к сожалению, из-за того, что после развала Советского Союза Россия перестала вкладывать деньги в образование, то огромный пласт молодого... Нет, не в образование, просто армянское лобби в Москве занимало и ориентировало российскую власть, часть ее. Часть российской власти и лично Путин занимал очень разумную позицию в этом вопросе, всегда поддерживая личные отношения с президентом Алиевым. Но часть армянского лобби занимала
позицию, которую настраивало российское государство против Азербайджана. Аргументы, которые при этом выдвигались, были абсолютно безумными, на мой взгляд, и нерациональными. Вот, дескать, Армения – оплот России на Кавказе. То есть маленькая Армения, целиком зависящая от России, с атомной электростанцией, которая тайком продает электроэнергию в Иран и тайком немножко в Грузию продает, которая просто некому продавать электроэнергию, потому что эта атомная электростанция строилась в частности для бакинских, значит, нефтяных этих самых. Это же был единый Советский Союз. Она целиком и полностью зависела от группы лоббистов, которые сидели в Москве, торговали армянским народом и конкурировали с другими лоббистами, сидящими в Париже или в Калифорнии армянскими. Так эти группы лоббистов бились за Армению. Вопрос. Я в Армении бывал. Я бывал и в Карабахе. Когда, ты там был последний раз? В 2008 что ли, году я был в Карабахе с разрешения Министерства иностранных дел Азербайджана. Я работал в рамках гуманитарной миссии, в которой мы осуществляли контакты между, или 10-й это был год, между интеллигенцией армянской, азербайджанской. Мы привозили делегации азербайджанцев в Ереван. Ну, то есть армян привозили, и казалось, гуманитарных акций. Нам казалось, что вот сейчас сейчас прорыв возможен. Когда армяне в Карабахе мне говорили: слушай, мы связались там с матерью одной, мы ей помогли приехать, нашли для нее могилу сына, который тут погиб в 92-м году. Мне казалось, и это карабахские армяне замечательные люди. Вот они сказали: слушай, мы не хотим воевать. Там самыми оголтелыми были те, кто туда переехал из Баку, и те, кто туда приехал из России жить в Карабах по идейным соображениям. Сами карабахские армяне с азербайджанцами говорят: ну мы повоевали, но мы совершенно не хотели никого изгонять. Если они придут, нормально будет, проблем не будет. Скажи, мы найдем мне, с ними общий скажи язык. Мне, пожалуйста, такое это, еще. Это, правда, было не в Степанакерте, не в Ханкензи. А где это было? Это был в Гадруте, по-моему. Ты много лет переговорщик кавказский, я могу так сказать? Ну, какой-то Ну, плюс-минус, да. То есть ты тот человек, который... Подожди, я завершу мысль про почему Турция. Поэтому Турция пришла на помощь братскому народу. Братскому народу, которому она помогла. Напомню, когда Гейдар Алиев болел, он лечился не в Москве, он лечился в Турции. Находился в Турции. Гейдар Алиев, человек, который сделал невероятно много для Советского Союза, пытался сделать. Почему он сейчас, вот скажи мне, пожалуйста, вот ты все эти ролики видишь, понятно, что видел и последнее видео, которое сегодня все обсуждают. Какое что последнее мешает? Видео? Ну, когда оскверняют могилы опять в очередной раз солдаты. Когда какие просто, солдаты? Ну, азербайджанская армия. Я считаю, они должны быть наказаны. А ты видела ролики с оскверненными, обезображенными азербайджанскими кладбищами? Я не буду сейчас. Ты видела? Ты меня спросила, видел видела, ли я? Я безусловно. Почему это никто не обсуждает, слушай, Тина? Ну смотри. В Физули, в Агдаме, везде. Мы с тобой можем спорить по этому поводу. В Кельбаджаре осквернены мечети, осквернены могилы, огромное количество уничтоженных памятников жизни Максим, и смерти азербайджанского мешает? Народа. Я задам тебе вопрос по-другому. Почему что ты мешает? Это не обсуждаешь, что Тина? Что мешает? Почему я с тобой с удовольствием обсуждаю? Я осуждаю осквернение храмов. Я говорю азербайджанцам, не делайте этого. Почему? Но кто ответит за осквернение мечетей? И почему Никол Пашинян не выйдут и не скажут о том, что вандализм должен остановиться?